Здравствуйте, друзья! С вами Феликс, и сегодня мы поговорим о сайте RevShare Max. Перед вами таблица с пакетами, которые можно приобретать на этом сайте. И, как видим, минимальный пакет базовый, 5-долларовый, дает доход 50%. Что же здесь было на старте, скажу для тех, кто не знает. Всем зарегистрированным до вчерашнего числа, до 16 декабря, 12 часов по времени сервера, всем раздавали вот по 5 рублей на баланс репуршиза. Участников было, ну, 10 тысяч, будем так говорить. И в итоге, вот здесь вот цифра купленных пакетов, она 62 400. Из этой суммы надо отнять вот 50 тысяч подарочных. В чистом виде у нас останется 12 тысяч, которые заведены или перепокуплены с репурша с балансов. На самом старте процент ежечасного, то есть каждый час, начислялось по 8%. То есть, чтобы быть более конкретным, вот мой кабинет, в 9 часов, 9 с чем-то утра я взял вот этот пакет, купил с репуршиза, и где-то через 12-13 часов он свое уже отработал. У меня было 2,25 на репуршиз балансе, вот на балансе для перепокупки, и 5,25 на балансе аккаунта. То есть вот эти 5 превратились в 7,50. Это произошло из-за того, вот как в начале говорил, что 10 тысяч участников купили пакеты. То есть скрипт работает, ну как, ну на автомате. И распределяет ежедневный вот этот так называемый бассейн доходов, о котором вот говорилось, он распределяет среди участников. То есть слепо, глухо взял, разделил эту цифру на всех, и получилось, что в час всем нам причитается по 8% прибыли, начисления прибыли. И поэтому быстренько-быстренько у нас эта сумма оказалась на вот этих двух балансах. Естественно, я вот перекупил еще один пакет с баланса аккаунта. Вот он. Мои пакеты. Вот, перекупил. И на данный момент времени, сейчас у нас, ну, половина седьмого будем говорить. Это произошло где-то в половине четвертого. Вот. За это время набежало, ну, 70 центов. 70 центов. Если ориентироваться по времени ихнего сервера, надо, вот пишется покупка пакета, надо посмотреть, вот когда будете покупать пакет, каждый в своем часовом поясе, просто сориентируйтесь по времени, какая у вас разница с ними, чтобы четко знать начисление в час, потому что сейчас у нас будет идти начисление, расчет начислений в час, потому что денег много в проекте. Будем говорить так, что, ну, хоть они и ихние, да, вот эти 5 долларов они нам дали в виде бонуса, но все равно система рассчитывает так, что вот идут вливания. У них показывается вливание в систему, и эти деньги из этого так называемого общего бассейна доходов распределяются. Вот когда уже пойдут выплаты с проекта, вот сейчас вы видели, да, вот последние выплаты с этой вкладки можно смотреть. Вот когда уже пойдут выплаты, как-то все устаканится, тогда уже мы будем с вами иметь реальную картину ежедневных, уже ежедневных начислений.
потому что на данном проекте вот $10 это минимальный вывод, 150 это максимальный вывод в день, который можно запросить. И он производится в течение 48 часов по условиям проекта. Так что вот эта вот первая начальная стартовая волна, она никого не должна обманывать. Вот по пакетам, по кредитам видно, что у меня два раза куплено по 5-долларовому пакету. То есть две покупки я вроде совершил. И из расчета вот этих покупок идут теперь начисления. Это уменьшится. По моим подсчетам, ну вот, если принимать во внимание количество участников, где-то порядка 3% в день, не больше здесь будет начисление. Не больше. Здесь самое хорошее то, что вот, если админ будет выдерживать вот это вот, ограничения вот эти по пакетам, для того чтобы переходить на более дорогие пакеты, надо иметь вот 50 пакетов предыдущего класса. Вот если будет придерживаться, он скорее всего избежит вот именно этого неконтролируемого наплыва денег и запросов на вывод. Но пока что это ограничение действует, как и по снятию в $150. Так что деньги будут пока что оставаться в проекте. Посмотрим, что он будет делать дальше. Ну, а так могу сказать, что вот кредиты, которые мы получаем, да, взамен пакетов, вот здесь можно в этой директории выставлять баннеры на просмотр, которые, ну, я просмотрел так, чтобы знать, о чем вам рассказывать, где они, что они. Но это, как сказать, это бесплатное. Это просто, если вы захотели, пошли, посмотрели, кто-то пошел, покликал, посмотрел. Вливания будут видны вот с этого, с этой вкладки, которая пока что пустая. Ну, первый день еще работает проект. Это клики, платные клики, которые необходимо покупать, если хочешь, чтобы твою ссылку, твой сайт просматривали. Пока таких покупок не наблюдается. Поэтому, ну, будем ждать. Опять же, если у меня, допустим, они еще Payzu не сактивировали, но PayPal работает, можно покупать с PayPal. Небольшое еще такое уточнение, о чем и был сегодня разговор с одним из моих партнеров. PayPal не гарантирует работы данного сайта. И вообще любого сайта, то, что он будет работать, PayPal не гарантирует. PayPal просто дает нам возможность, вот если завтра этот сайт слетит с катушек, уйдет вообще, ну, будет, не станет недоступным, то мы можем вложение, купленные пакеты на ту сумму, которую мы купили пакеты, можем запросить обратно. Это первое. Второе, PayPal вне зависимости от наших желаний и стремлений периодически проводит проверку. Периодически проводит проверку финансового состояния проекта с той целью, что если тут что-то не то, он сразу замораживает счет, зная, что участники будут запрашивать свои вклады. Вот только это. Только об этом говорит наличие PayPal. Ну и Payzu аналогично. У нее период диспута 45 дней. У PayPal, я не раз говорил, что я с ним не работаю, потому что в Армению вывода нету на PayPal. Говорят по-разному, кто 90, кто 180 дней после покупок можно делать возврат. Так что конкретно не скажу, но не думаю, что меньше, чем у Payzu. Вот, пожалуй, и все. Вот по балансам еще раз, вот 2.25 у меня было через 12 часов округленно на репурше с балансе и 5.25 на аккаунте, ну, на балансе, на моем балансе. И вот за
за 5 часов по времени, если посмотреть, у меня добавилось в районе 70 центов. Но это выходит где-то 2,8, 2,8 вот так вот слету, может 3% в час. Ну, опять-таки, это такой ажиотажный процент. На него ориентироваться пока не стоит и не надо, но и удивляться особо не надо тоже. То есть мы видим, да, что за неполные сутки с 8% в час он опустился до 2 с чем-то процентов. Так и должно быть. Все это устаканится. На этом все по сегодняшним событиям на этом сайте. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.